Всех приветствую! Очередной обзор на нашем канале. На этот раз у нас это Bluetooth колонка, причем не обычная Bluetooth колонка, а компактная и очень даже компактная Bluetooth колонка от Samsung. Колонка не из дешевых, стоит она около 7000 рублей, в принципе сейчас многие из них так стоят. Есть, конечно, скидки, не так давно видел даже двукратные скидки в магазинах известных сетей на нее. И эту колонку достаточно популярна, ее также Samsung раздаривала при покупке флагманов, поэтому, как всегда, есть и на вторичном рынке такие колонки, если кто захочет, может посмотреть на всем известных сайтах. Колонка называется LevelBox Slim, Bluetooth колонка, отличается тем, что она водонепроницаемая, как и сейчас JBL делает тоже колонки водонепроницаемыми. Есть у нее зарядка для внешнего аккумулятора, то есть телефон можно заряжать, но зарядка сама по себе на самом деле не совсем удобная. Сейчас расскажу почему. Книжки идут, вот такой вот шнурочек USB, чтобы заряжать саму колонку, и вот такой вот переходник, это для зарядки телефонов. Вот она, колонка сама. Колонка вот здесь сделана из такого приятного материала. Вроде как очень, думаю, износостойкий будет он. Похож на нейлон какой-то. То есть в рекламе Samsung эту колонку полностью топят в воде. Это говорит о том, что она не просто защищена от влаги, а она фактически водонепроницаемая. Значит, у нее вот такие вот параметры. Сделано во Вьетнаме. Вход 5-вольтовый. Вход имеется в виду вот этот. Это у нас и вход для зарядки, и вход для того, чтобы заряжать телефон. Но если у вас iPhone, вам придется, ну, либо у вас какие-то другие разъемы, Type-C, например, а не вот этот уже якобы устаревший micro-USB, вам придется купить переходник, соответственно, с него. Либо на обычный USB разъем, потом подключать свой шнур, либо сразу на тот разъем, который вам нужен. Рядом дырочка — это микрофон. То есть колонку можно использовать как обычный Bluetooth динамик. Колонка у нас сейчас включена. Вот таким она звуком выключается. По управлению здесь есть play, stop, pause, плюс это Bluetooth включать. И эта кнопка отвечает на звонки, если вам вдруг звонят. То есть звонок проходит через нее. Чтобы поднять трубку, вам придется нажать на эту кнопку. Громкость и включение колонки. Здесь индикатор, он мигает как синим, так и красным, в зависимости от режима. В стандартном режиме, подключенном по Bluetooth, он синий, соответственно. Вот ее основное название, Level, у них, у Samsung большая сейчас серия, Level, наушники, колонки, все, что связано со звуком, они называют Level. Вот у них, вот здесь есть индикатор. Здесь это зарядка. Соответственно, заряжается, здесь показывается, вот сколько точек горит, настолько она и заряжена. Вот. Сейчас она полностью заряжена. По звуку. Вообще эта колонка, конечно, выдает очень неплохой звук, причем он стерео. И по высоким частотам и по прозрачности звучания вот мне очень понравилось. Чего здесь не хватает, конечно, низов. Низов не хватает по причине того, что слишком маленький объем корпуса. То есть с хорошим объемом корпуса, таких как вот JBL, допустим, уже у них басы будут поинтереснее. Но эта колонка очень компактная, то есть ее можно, грубо говоря, вообще в карман положить, ехать на велосипеде там или на чем сейчас люди любят ездить, и сразу, чтобы у них звучала музыка. То есть это очень удобный вариант. Вообще, мне кажется, колонки нужно делать в плоском варианте. Просто если вам нужен объем, ну, чтобы они ее делали просто в больших масштабах. Потому что плоские колонки вообще удобно переносить. То есть их удобно класть в сумку, удобно класть в карман, еще куда-то. Поэтому лучше ее вширь бы расширяли. Ну, возможно, акустические, конечно, свойства будут теряться. Динамика здесь 2, то есть когда она стоит прямо вот так перед вами, ощущается стерео, было проверено мной. Включать я, соответственно, ее здесь не буду, потому что на видео звук все равно понятен не будет, и плюс треки за них могут забанить, то есть
поверьте, звук хороший для этого ценового сегмента, для такого размера звук более чем достаточен. Если, конечно, нужен прям кач, то нужно брать, конечно, большего размера. Возможно, какие-то JBL Charge, которым сейчас вообще по звуку равных, наверное, нет. Такая вот ножка у нее выдвигается. Ножка прорезинена. Вот здесь вот такая вот резиночка идет, чтобы никуда она не соскользнула. Сделана она очень качественно, очень хороший пластик. Блин, вообще приятно, на самом деле, такую колонку держать в руках. Ее всегда действительно можно взять с собой. Вот у меня есть еще колонка от Philips. Тоже играет неплохо, но она вот такая в виде банки сделана. И эту банку, ну никуда ты ее с собой не положишь. Ну, вот, она даже в сумке никогда, если даже место есть, она даже в сумке неудобно ее таскать. То есть вот такой вариант намного, мне кажется, практичнее. Раз колонка мобильная, так она должна быть действительно мобильной. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.